Еще раз покажу. Давайте еще раз покажу. Ну, раз это, ну, так. Нет, это все делают, это ты говоришь. Ну, давай еще раз я тебе покажу. Хорошо. Смотри, вот есть переносица большая. Вот большая. От переносицы до крыльев носа. Вот у нас есть трапеция. Есть. Сделали. Ну, тут у нас глаза. Тут глаз, ну и там глаз есть. Теперь мы смотрим, где у нас кончик носа. Вот здесь ставим точечку. Поставили. Поставили. Поскольку у нас нос приподнят, да, у нас, ну, да. Мы рисуем пирамидку. И как бы не от точки идем, а рисуем немножко площадку. И теперь опускаем вниз эту площадку. Есть такое. Закрашиваем эту площадку. Это у нас тень. Тень под носом всегда есть такое. Вот у нас получилось. Значит, направляющий к крылышкам носа, направляющий к крылышкам носа и пятак сюда есть закрашено. Теперь, поскольку у нас голова поднята, то у нас, смотрите, вот в прошлый раз, да, мы как делали? Вот у нас вот эта верхняя перекладина. Мы сюда опускаем, например, делаем прямоугольничек, да, вот такой вот. Это у нас будет перемычка. Носовая перемычка, вот эта вот перемычка, вот она. И поскольку у нас нос приподнят, то у нас от этой перемычки вот сюда опускается вниз. Ноздри опускаются вот сюда. И тогда вот в это место, тогда ноздри уже не у нас, не вот здесь, а вот в этом месте, в опущенном. Вот здесь одна ноздря, здесь вторая ноздря. Ну все. Вот Зарисовали все, тебе в темности. Да. То есть просто ноздри чуть темнее, немножко темнее этой же краской, да? Хорошо. чем Что мы...